Украина завершает ликвидацию легендарного авиаконцерна «Антонов». Для уничтожения предприятия создана правительственная комиссия. Почти 14 тысяч квалифицированных сотрудников окажутся на улице. В историю уйдут легендарные самолеты «Кукурузник Ан-2», «Пассажирский Ан-24», «Грузовой Ан-124 «Руслан», новейший, самый крупный в мире грузовик Ан-225 «Мрия». В 2015 году ликвидировали совместное с Российской Федерацией предприятие объединенную авиастроительную корпорацию «Антонов». С тех пор не было создано ни одного нового самолета. Три завода концерна пойдут с молотка. В Киеве на месте авиапредприятия планируют построить элитное жилье. Конструкторское бюро под руководством Олега Антонова было создано в 1946 в Новосибирске. Киев его перенесли в 1952.